Русский язык – это наш родной язык. Ну, может быть, чуть-чуть меньше, чем белорусский язык. Я все-таки хочу предупредить и министра образования, губернатора. В школы должны поступать документы, касающиеся только образования и воспитания. Дело даже не в излишней нагрузке для учителя. Дело в унижении самого учителя, которому приходится делать ненужные вещи. Каким путем мы пойдем, разные будут подходы, министр это знает, но мы обязательно должны сделать тот шаг, о котором я говорил в плане заработной платы. Особенно тем, кто работает в детских яслях и школах. По моему требованию, мы привлекли к написанию учебников учителей-новаторов. А они ведь создавали эти учебники на основании преподавания этих предметов в школе. И за короткий промежуток времени они усовершенствовали многие учебники. Эффект потрясающий. Не значит, что они будут идеальными. Учебник – это постоянное творчество. Мы постоянно будем что-то дополнять, менять и так далее и тому подобное. У нас многие, подавляющее, наверное, число школ имеют пионерские организации, вовлечены в это почти все школьники, но пионерские галстуки не носят, как мы когда-то. То же самое я могу сказать, ну, по старинке говоря, о комсомоле нашем, Белорусском республиканском союзе молодежи. Если мы с гордостью значок этот носили, то у нас этого пока нет. И мы говорим, что у нас все хорошо. Настало время браться за высшее учебное заведение. Сегодня у нас практически каждый вуз выпускает сотни специалистов самого широкого профиля – юристов, экономистов, политологов, а потом они безуспешно ищут работу по специальности и винят в своей невостребованности государства.